сильно ты меня, Макс, не любишь. А почему? Потому что ты в 95-м году пиво в ларьке торговал. Водочку с батяни бухал под шашлычок. А я в это время английские учебники по экономике штудировал. Ты свою первую зарплату на быху 4-летнюю потратил. А я поехал в Рим и Флоренцию смотреть. Потому что не могу себе позволить держать в руках книгу «Слепой против бешеного» и угорать над комедий-клубом. А чего же тогда ты здесь делаешь? Как вы говорите, в этой стране. А я здесь живу. И хочу, чтобы в этой стране все было как-то нормально. Чтобы мода была нормальной. Чтобы жизнь была нормальной.